Старость не диагноз. Сохранить высокое качество жизни в преклонном возрасте. Такую задачу решают врачи-гериатры, чьи пациенты пожилые люди. По статистике, каждый четвертый житель региона – пенсионер. Это примерно 720 тысяч человек. Растет и средняя продолжительность жизни. Оценить состояние здоровья, психологический статус и удовлетворенность жизнью пациентов серебряного возраста в один из центров соцобслуживания населения приехала выездная гериатрическая бригада. Алена Алешина тоже заглянула на прием. В современной российской медицине продлить активные годы жизни человека вполне под силу. На помощь приходят врачи-гериатры. Они не просто лечат возрастные недуги, но и выявляют биологический возраст пожилых пациентов и разрабатывают индивидуальные программы для замедления старения. Впрочем, попасть к такому специалисту, особенно в глубинке, непросто. Поэтому гериатрическая бригада ездит к пенсионерам сама. Чувствуете ограничения повседневной жизни из-за снижения слуха, зрения? Среднего минус 5 минут. В течение последнего года травмы, падения у вас были? Ну, падал. Простой тест может показать, нуждается ли пациент в помощи гериатра. 7 вопросов. Если хотя бы на 3 из них ответ утвердительный, есть повод записаться на прием. Для Нины Кузьминичной-Сальниковой вердикт врача стал неожиданностью. У пенсионерки обнаружили редкое возрастное нарушение памяти. Я согласна, что надо вот это наблюдаться. И надо соцработнику, чтобы вовремя подсказали, таблеточку дали, давление померили. И все замечательно. И надо ездить куда-то. Надо собой заниматься. Рекомендации врачей передадут в социальную службу, чтобы пенсионерка была под наблюдением. С начала года выездная гериатрическая бригада обследовала 1800 пациентов. Треть из них нуждается в постоянном патронаже. Пожилых теперь навещают соцработники и психологи. Врач-гериатр и социальный работник должны работать в тесном взаимодействии. При этом возможно будет достигнуть той цели, которую ставит перед нами и президент Владимир Владимирович Путин. Это вхождение нашей страны в клуб 80+, по продолжительности жизни. То есть увеличить продолжительность жизни, улучшить качество жизни пожилого пациента. Каждый четвертый житель губернии – пенсионер. Это 720 тысяч человек. Средняя продолжительность жизни – 72 года, что на 7 лет больше, чем 10 лет назад. Заметно выросло число долгожителей и тех, кто переступил вековой рубеж. Для того, чтобы старость была в радость, важно как можно раньше выявить возрастные изменения, напоминают медики и приглашают представителей серебряного возраста на прием. Алена Алешина, Роман Опарин, Новости губернии.